Всем привет! Только что закончилась игра против Атлетико Бразилия со счетом 6-3. Выиграла наша команда из города Москвы. Со мной Николай Миронов, лучший игрок матча. Расскажи, пожалуйста, как проходила игра? Все ли получилось? Чего ждать от второй игры? Полностью выполнили установку тренерского штаба. Играть от обороны, ловить свои моменты. Что, в принципе, и получилось. Сыграли на контратаках. В принципе, игрой доволен, все молодцы. Без травм все ли? Да, все хорошо. Не примет только Антон Горячев, он получил 2 желтые карточки, а так все живы-здоровы. Как вообще поле понравилось, быстрое? Поле специфическое, нужно привыкать, но больше всего приходится привыкать к мячу, потому что в Москве играем пятерками, здесь играем четверками, не футбольными, поэтому не очень привычно, но как все играем в равных условиях, поэтому жаловаться не на что. Спасибо большое. Мы напоминаем, что сегодня около 3 часов будет игра, вторая игра «Авангарда». Мы вас очень всех ждем.